Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Марк. И кто еще тут? Мне выпала лопата Зака. Да, и За Денчик. часа. Короче, Деревянная лопата. остановились мы на том, что я пошел в Twilight Forest в прошлой серии, победил двух боссов и оказался в лабиринте Минотавра, и вот так его не прошел, потому что поджимало время серии. Да. Да. К сожалению, А я нашел дохера весят. читерский предмет. Да. А еще меня зажали! О, что? Я чудом каким-то выжил. Мне просто в угол сейчас заж... Тихо, пошел нафиг Минотавр. Да умри ты уже, все, домой. Офигеть, что Так, я я творю. сейчас хочу проверить баг. Угу. Если мы сейчас потеряем три куска руды, то я их восстановлю. А, лол. Потому что я не хочу их искать потом еще раз. А, ну окей. No problem. Я Да, лично не окей. против. Окей, это не полностью сломанный предмет, потому что он хотя бы это не сломал, эту руду. Так, подожди. Но он все еще копается в углу. Пошел нахер. Смотри, это... Я, кстати, случайно крепость нашел. А, А нет, спавнер просто. Где-то писали. Ничего интересного. Да пошел нахер, Минотавр. А? И там еще Минотавры. Так, подожди. Так, мне надо залутаться для начала. А, короче, такой себе дроп здесь. Ну, в принципе, броня есть. Твой Форест неплохо уже. Минотавр, пошел нахрен, Минотавр. Пошел нахер, я тебе говорю, пошел отсюда. Мне достали все, я вас ненавижу. Осуждаю. У меня Ложись. горит с них. Тупые максимально. Нападают, я просто стою, Yes, лутаюсь. Взяли и начинают бить меня. За что? Вот что я им сделал? Ни хрена им не сделал. Еще мне не так, кстати, заканчивается. Это меня расстраивает. Ладно, похер, погнали рейд. Интересно, смогу вот так забить? А, да. Легко. Так, надо ставить факела, чтобы я потом не искал, где я был, где я не был. Так, это мы убили. А, тут пусто. Понятно. Что с ним там выпало? Ладно, я не понял, что с ним выпало. Но я вижу, с них мясо вроде как-то выпадает. Шел нахер. Так, а интересно, то есть я должен все пройти, чтобы найти здесь этого самого главного. Так, понятно, тут пусто. Еще тут тупик. Так, надо смотреть, где я еще не был. Так, а тут я был, но тут вот хера Минотавр. Шел нахер. Опа, вот это уже интересно, кстати. Там сундучок есть, который я не залутал. Ну, такое себе. Не знаю, сколько здесь эффективны топоры и остальные предметы из этого мода, но ладно, пусть будет. Так, так, сейчас мы это все положим сюда, чтобы не мешалось. Так, что это за вода вообще? А, я понял, я вспомнил, что это за место, да, я его видел здесь, эту воду. Понятно, теперь там была комната. Такс. И это что, выходишь, мне что, назад придется идти? Потому что я так Да. понимаю, что я, по-моему... А, тут, кстати, на самом деле все равно... Все, ладно, мне это особо не поможет. Карта, я имею в виду. Она мне, да, особо не поможет здесь. И, блин, мне, походу, придется реально куда-то назад идти, потому что я теперь вообще ничего не понимаю. Куда мне идти? То, что тут я был. Естественно. Блин, это жрать побольше. Да, блин, еды у меня мало, конечно. Я слышу каких-то пауков, кого-то еще, но, блин. Все, я, походу, заблудился. Я еще хз, куда идти. Типа, я, по-моему, уже приходил вроде отсюда. А, да, все, я понял. По идее, сюда. Так, это я вернулся обратно. Теперь надо понять, где я не был. Тут я, по идее, был. А тут что? А, вот тут я не был, да? Да, тут, кстати, сундуки. И тут, наверное, ловушка будет 100%. А, нет. Пока я летел тут вниз, чтобы потухнуть от лавы,
Я успел перестать гореть. Класс. Интересно. Так, ладно, ловушки здесь не было. А, так, теперь я обратно вернулся сюда. Давайте думать. А, вот здесь я не был, я вижу... Не думай, тебе противопоказано. Не понял. Опять эти говноеды всякие. Мне зачем-то сберкот пишет. Мне тоже. Ладно. Да тут слизневые жуки на меня напали. Он, кстати, довольно быстро бегает. Спортсмен. Ну, я заметил. Они прям реально что-то когда ускоряются, прям пипец. Вот куда он? А, он типа хочет убежать, чтобы меня издалека начать стрелять, я понял. Ну и все, домой. Пошел нахер. Нам надо сделать компас природы. Зачем? Он позволяет проходить биомы. Вот оно что получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ура! Компас природы. Вперед. Мне надо найти горы. Какие? Любые. Ладно. Так, ну, я так понимаю, тут тупик. Правильно ведь? Вот тут я не был. Да-да, вот тут мы не были. Чё-то завалено все. Чё, мне даже не хочется туда идти, если честно. А нахрена здесь это? Вон, поставь здесь факел. А, понятно. Ну. Да мне насрать, мне насрать. О, я успел залутаться все равно, пошел нахер. Там алмазы. О, божечки, это же алмазы. Я в ахере. Я их добуду, естественно. И реально, это самые халявные алмазы, которые я видел в своей жизни. Спасибо, Twilight Forest, лучший мод. Все, теперь можно отсюда выбраться, пожалуйста. Блин, офигеть, у меня уже, кстати, булыжника. Булыги у меня прям нормально. Так, дамы и господа, но это у нас не самое главное. Нам... Наша главная задача найти самого главного минотавра, который здесь где-то обитает. Я, кстати, нашел огненный стержень, который, напомню, выпадает с этих, с ифритов. Но это нас сейчас вообще пока что не интересует, потому что меня интересует минотавр. Его тут тупо нет. Где он? Я не понимаю. Опять же, я тут путаюсь, потому что... Да, я хоть и факела поставил, все равно я путаюсь, где я был, где я не был. В плане, точнее, не то, что где я был, где я не был. Куда идти, короче, я вот не понимаю. Короче, у меня сейчас будет веселое путешествие на 2000 блоков. А. Соболезно. Так, ну я нашел вход. Да. Тут опять будет ловушка, но я отвечаю. Нет, нет, нет. Вообще-то да. Осуждаю такие звуки. Я иду к ледяным пикам. Ладно. Так, я нашел место, где я не был. Мне ледяным кажется... боку, но пиком. Осуждаю, ты такой не говори. О, сначала схожу вон туда. Нет. Если верить столбу, то через 400 блоков в деревне. Ну, кстати, еще ни разу в деревне не находили здесь. Лук искать. Потом пойду сбегу. Осуждаю такие звуки. Чё-то меня это все напрягает. Нахрен. Ху, хер ты тут вообще оказался, чел. Я тут был. Ну идите нахер тогда. Я поскакал сюда. О, минотавр, давно тебя не было. Давно тебя не было в уличных гонках. Да пошел нафиг, слизень. И минотавр, можешь идти вместе с ним. В одно известное направление. Добро пожаловать в Казахстан. Добро пожаловать на лучший сервер вашей мечты. Только у нас адекватные админы. Постоянно онлайн. А, лучшие карты постоянно онлайн. Хорошее настроение, гарантированно. Заходи, чтобы увидеть все. Это заметно, что ни одно из этого не было правдой. А, ну то, что он говорит, ну да.
Кроме не особенно. нашел деревню, но нашел разрушенный портал. Знаешь, особенно правда про. Ну, точнее, неправда про адекватных админов. А чтоб ты понял, норма. У меня, кстати, уже почти заполнился этот рюкзак. Насколько у меня все жирно в плане лута. Блин, у меня еще факелаку. А, подожди, у меня там нет сучьевых. Так, ну вроде их не было там. Куда идти-то? Где Минотавр? Я нахрена сюда пришел? Вообще Минотавр главный, по идее, там какой-то типа а-ля мини-босс. Где? О, да, нашел деревню. Все-таки не соврал, да, получается? Да. Так, ладно, у нас есть прутья железные. Пора лутаться. Нахрена? Так надо. Если я не хочу лутаться. Ну, это не проблема. Ну, ладно. Я тебя услышал. И чё? Ну, я бы тебе ответил, но не буду. Ой, нашел еще варочную стойку. У нас, конечно, уже есть варочная стойка дома, но... Подожди, это правда сейчас? То есть мясо Минотавра настолько питательное? Оно мне хп даже дополнительный дало, чтобы ты понял. О, я убил эндермена. С него выпал рыцарский топор. Опять эти говноеды! Так и хочется сказать пару ласковых слов. Такое не говори. А я буду. А, он... То есть он меня атаковал и умер. Я ничего не буду говорить по этому поводу. Пошел нахер, крипер. Так, ща. Опять этот говноед. Ну сколько можно? Пошел нахер, блин. О, факела, наконец-то. Мне лучше сказать, где Минотавр гребаный находится. Я уже заколебался. Деревня как-то пусто. Я уже заколебался искать его. Так, сейчас. Заберем это все дерьмо. У меня Ой. А, вот они, господи. Так, вот сюда. Так вот. А, еще же есть. Да, можно еще факелов забрать. Это опять же для того, чтобы понять, где я был, где я не был. Что это, блин, пипец сложно. Так, там мы все дело собираем. Да, больше стака, я думаю, хватит. Там этого. Я нашел темный лес. А че не светлый? А, ну, его населяют не... Не молодцы? Да-да-да. Ну, в принципе, все правильно. Ну, ну ладно. Я, правда, ничего не понял, но, типа, ну... Ой, у меня что-то сломалось. Ну, это... У меня штаны сломались. Темный лес населяют. Темный лес. Темный лес. Темные люди. Ладно. Опять ловушка. Тут еще называют ни. Ладно. Осуждаю. Ну даже это вырежешь потом. Нет. Я же монетизацию отключит. За что? За то, что ты что-то говоришь, а я тебя записываю. Ну да. Ну, да. Блин, да как заколебала уже эта ловушка гребаная. Я слышу коров, точнее не коров, а минотавров. Разница. Ну, хороший вопрос. Но в этом какая-то разница наверняка есть. Так, что уголь нам оп, еще оп. Вопрос с углем актуален? Собаки. Ой. Сибуину. А? Я нашел сибуину. Не, я спрашиваю, типа, с углем еще да, вопрос. Да, да, всегда актуален. А, ну тогда сколько выпало? Ну, почти стак. Нормально. Так. Так, ну тут я был. А, маленький паук. Шел нахрен. Так, а вот тут я, кстати, не был, да, по идее? А, походу я нашел то, что мне нужно, что ли? Или все-таки нет. Блин, так у меня места вообще почти не осталось. Я в офиге. У меня, короче, два стака угля пока что имеется. Так, ну что-то тут можно состакать, конечно.
Что не может не радовать. Но с местом, конечно, пипец. А, все, у меня, кстати, лук есть, отлично. Так, ну. Да опять ловушка. Хотя бы это успею забрать. Еще одной тинти пошел. А, там еще один сундук. Он уже не ловушка. Отлично. Так, сейчас я сложу. Что можно вообще состакать здесь? То, что можно состакать, пусть стакается, как говорится. Логично, логично. Так, вот, единственное, стрелы верните. 51 стрела, офигеть, я нафармил. Так, побежали. А, я так понял, вот это путь к Минотавру, наверное. А, тут же, по-моему, один этаж. Это плохо, это очень плохо. Это очень херово. Это прям максимально херово, на самом деле. Да пошел нахер. Налево. А! Тут жук-рогач! Пугает такие. Я тебе боюсь. Это, короче, жук, который хватает тебя и все. И носит с собой. Опять минотавр. Пошел на хрен. Нифига, он меня толкнул. Че, ладно, пусть они нахер идут тогда. Хотя не, почему? С них мясо минотавра вкусное выпадает. Ну что, надо их убить. Все, пошли нахер. Ом-ом-ом. Я добыл немножко, 13 TNT. Зачем? Я просто это храм нашел. Ну что, время истины наступило. Та-да-та-та-дан! Та-да-та-та-да-дан! Офигеть, вот это было опасно. А, у меня же лук есть. Блин, если бы еще стрелять из него умел, было бы прикольно. Домой. Будем отстреливаться издалека. Кэшбэк. Так, ну, не, ну тут минотавр по-любому должен быть. В теории. Ой, блин. Ой, блин. О. Так, ну, можно, в принципе, вот так сделать. В чем разница? Ни в чем? А, максимально... А, нет, этот получше, кстати, будет. А я поддерживаю. А что во втором? О, уголь. Вот стрелы, если я заберу, эти палки, кстати, нам тоже будут нужны. Тут-тут-тут-тут-он. Тут-тут-тут-тут-тут-он. Вот я испугался. Алло? Ладно. Так, ну что, мы вернулись. Айденчик вылетел тогда, и спустя миллиард лет мы вернулись. Продолжаем серию. А пропало всего лишь что 4 дня. Да, кстати, мне придется клеить эту серию. И в чем рофл? У меня место закончилось. То есть, чтобы ты понял, у меня все занято. Абсолютно. То есть, а и... Не нравится, я отправляюсь сражаться там с Вартоном. А, ну да, он там шизанулся. Я-то до сих пор в лабиринте. И... А, вот, я освободил место. Вот это хотя бы надо забрать. Ладно, это все заберу. Так, побежали. Короче... А, ну в принципе, вроде у меня не откатился. Я уже забыл, где я остановился. Но я вижу, что я вроде бы... Да-да-да-да-да, я на этом нижнем этаже. То есть Варден все еще стоит и палит на меня. Я не знаю, сколько тут... Я сейчас увидел в одном месте криперов, но это ужас. Это кринж, как говорится. Там слизень завис, что ли? Чтоб ты понял, за мной идет 4 крипера. Они все взорвались. Это норма. Но они меня не задели, так что нормально. Так, я слышу паука. Так, а мне нужен этот минотавр, получается. Главный минотавр. Это не главный минотавр. Это какой-то ноунейм. Ой, господи. Опять этот жук. Иди отсюда. Ненавижу жуков. Еще этот огненный. А, что? Что? Хочешь прикол? Алло, алло. Да. Там, короче, жук есть такой огненный.
Ну, короче, он огнем пуляется. Так вот, он Минотавра атаковал сейчас. Это норма. Он перепутал, походу. То есть кто. А, и тут Минотавр бьет. Ушли отсюда. А здесь дерево не может спать больше одного этого Вардена? Не знаю. Ты не мешаешь это? Я просто не играл в эту версию. Я тоже не играл. Я просто знаю, что Варден существует. А что он вообще, что-то как, я вообще понятия не имею. Я только сегодня узнал, что это самый сильный моб в игре. Не, я такое слышал, но я его, типа, вообще, ну, типа, не встречался с ним никогда. Потому что я на этих версиях... Да. Это... Я и не играл, получается. Да, всем интересно, всем интересно. О, господи. Опять ты. Мне это все надоело. Где этот молодец? А что-то вот он здесь заспавнился где-то. Крипер, взорвись, хорош. Домой. Ну сколько еще бежать? Ну. Да, просто... он здесь заспавнился, классно. Как же я ненавижу этот биом. Осуждаю. Так, сейчас я попробую состакать что-нибудь. Что-нибудь хотя бы состакается. Отлично. Так, а что тут один путь, что ли? Ой! Меня даже что ваншотнуло. Подожди, вот этот момент интересный. Куда я попал? Да, мне тоже интересно, как меня ваншотнули. А, походу я все-таки на правильном пути. Но так у меня факела закончились. Им интересно, а, нет, интересно. Не закончились. Походу я сейчас дойду до своей цели или нет? Нет, не дойду. Ахаха, ахаха. Я пошутил. Меня током ударило. А ты в грозу не играй за ПК. И всё. Что? Что вы сказали? Сейчас, а тем временем я поем мороженку. Всем интересно, всем интересно. Ладно. Извинись. А, там еще сундук. Нет. Да. У нас, кстати, есть улзамодий. А может не надо? Так, ладно, молоко я выкину. Я не буду его больше собирать, наверное. У меня столько молока уже. Смысл от него ноль, как говорится. Да, реально, сколько у него молока здесь. Эти ведра вообще надо выкинуть отсюда. Чтобы они больше не мешались. Так, а, ну и тогда это сюда сложим просто. Еще смогу. Все-таки. А то вдруг понадобится вот это. Так, ну. Тихо. Что это такое? Мне факела нужны. Я не вижу, что там. Все. Ничего, зачем? Да, ты еще успокойся. Ой, молоко. Молочко. Так, подожди, где факела? Факела, факела. А, у меня же. У меня же есть. Но мне их мало. Так, я не понимаю, куда мне идти. Чем все пойдет? Интересно. Да. Ну ко мне. Да. Нет. А я слушаю опять этого молодца. Меня раздражает уже. А, кстати. Чем? А, все, нашел, у нас есть наросты. Понял, принял. Ой-ой-ой, 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 что тут нашел? 5 железа. Это нашел. Да тут руда всякая в сундуках. Всем интересно, всем интересно. Тут есть амулет инвентаря, я так понимаю, это который вместо кип инвентаря. А, возможно, я не знаю. Ну, скорее всего, да. Так, мне нужна еда. Зачем? Минотавр, иди сюда. Осуждаю. Да не, кстати, минотавры вкусные. Они же здоровые, типа. Ой, меня сейчас убьют! Минотавры что-то это, озверели немного. Я надеюсь, он сегодня не придет мне срочно. А, он пришел! Я умру сейчас! А нет, я жив. Так, мне срочно дохилиться. Фух, пронесло. Зелье варка. Это мы ставим. Не понял. Блин, нам нужен порошок ифритов.
А, кстати, у меня есть палки. Тут в сундуках есть палки. Еще один крич. А, они там спавнятся, что ли? Не ГГ, походу. Мордовые палки. Нет, ты лучше помоги мне залутать все. Я ничего здесь не вижу. Гриботавр! Я нашел, походу. Вон он! Понимаешь, в чем проблема? Я не могу... Если что, я ничего здесь не вижу и не могу наносить урон. Я... А у меня тоже теперь горит. Он там вот впереди. Ай-яй-яй-яй-яй. Я умру сейчас. Я могу кобальта бить. Извините, короче, я могу, не могу наносить урона минотавром. А слушай, я походу... Это... Помоги мне его убить, ладно. Так я не могу. А, говорю, ты... Я не могу им наносить урона. Все? Подожди, стой. А я могу. А так, короче, не уходи отсюда. Я, если что, тпхнусь, добью его. Мне хп мало. А нет, я его убью. Все. Все, мы его убили. Я застелил. О, кстати, трофей. Меня, ну, это... Я а не ты, могу, кстати, ты не можешь. Стой, не уходи. Я вот это не могу открыть. А там еще ментал вроде... А, нет. Короче, давай я тебе что-нибудь скину. Вот уголь, не знаю, забери. Я не знаю, вот это хотя хоть что-нибудь. Эти мусор всякие покидаю. Это-то я хочу залутать. Алмазный топор минотавра. Что тут? Так, короче, стой. Ты можешь здесь постоять? Просто. Да, я могу тебе сдать книгу Мопсон с вами. Не надо, просто стой здесь, я домой. Потому что у меня вообще место закончилось. Здесь это есть всякие сундуки, но я их не могу открыть. Ну да. Вот, кстати, если бы ты их мог открыть, то у нас, да, мы бы смогли... подожди, минотавр меня может бить? Или я теперь могу бить минотавров? Нет, я все еще не могу бить минотавров, зато они могут бить меня теперь. Ну, тебе главное пожить, потому что мне срочно надо выложить все вещи. Ой. Чтоб ты понял, у меня даже закончился этот, ну, понял, короче, рюкзак. У меня настолько все плохо. Я сейчас быстренько постараюсь положить все в сундук. Ну, в этот, не в сундук, короче, понял. В терминал. Угу. И вернусь, точнее, тпхнусь к тебе. Да, все, я себя сохранил. Я здесь вход закрыл. А, блоки ты можешь все-таки ставить там. Да, блоки я могу ставить. Я не могу их разрушать, не могу открывать, но могу ставить. Так, кстати, можно поставить сюда трофей минотавра. А, да, реально, кстати, издают звуки. А минотавр, кстати, не издает звуков. А, нет, издает. Это он сейчас, корова был звук. Так, я еще там 12 алмазов находил. Сейчас я еще там немного полутаюсь, потому что, по-моему, там что-то еще... Ой, кобальт. Так, все, я почти закончил. Так, а теперь... А, вот это еще положу. Так, ТП, ай, Денчик, молодец. О, всем привет. Так, это все мы забираем, естественно. Я теперь знаю, чем можно питаться, там куча вафлей в этом моде. Опять железо, даже ТНТ есть. И еще тут. Так, осуждаю такие звуки. Так, это опять мы все складываем сюда. Дай мне палки Фрида, я пошел. А, домой ты пэхайся, а не там. Так, я чё за баню? Я попросил тебя здесь остаться, чтобы я это... залутал это. Все. Посмотришь, я там... Я не знаю, сколько их там, но я сколько-то нашел, короче. Да, мне одна. О, я еще нашел, кстати, тут еще есть. У меня тем временем бомбит на улице. Это норма. Это не норма как раз таки. Ладно, то я пока не пойду. Все-таки я немного полутаюсь, потому что я вижу, что дроп есть. Это не может не радовать. А, тут нет, да? Да, ну тут я был. Так, а тут я... А, вот еще сундук. А, не, я его лутал. Понял, тут я залутал. Что тут? Здесь есть какой-то мод, который называется Gateway to Eternity. Теперь понимаю, это какие-то волны, которые надо проходить. Угу. Осуждаем такие моды. Все, он пусть будет. Так. Еще я сейчас скрафчу одну. Повернешь, посмотрим, что здесь происходит. Да хоть бомбить на улице. Так, ну это я все дело залутал. Если тут чест можно, в принципе, забрать пару флу, пусть будет на память. 5, 5, 25.
Так, ладно, ну, в принципе, я сделал то, что я хотел. Тут есть спавнер. Мне броню сломали. Минотавры, вы чё? Это норма. Так, и чё? Я вообще не хотел мне это сделать. Нет, сделал, хотел это сделать. Я сгорел. Ну, соболезную. Так, ладно, мне лучше без шуток уйти, потому что сейчас сгорю реально. А, нет, я засейвился. Так, ну у меня есть золотое яблоко, ну давайте его съедим, что ли. Рофлу, пусть будет. Так, я хотел вот это забрать. Спасибо огромное, Минотавр. Домой. Так, подожди, они меня сбили. Тут где-то... А, вот здесь был сундук. Так, ты уйди отсюда. Так, так, а он идет сюда. Клоун. Не, реально клоун. Я что, хотел поджечь? Yes, and... Так, а, ну тут опять молоко. Ну ладно, я уже забыл. Опять это броня какая-то. А, вот еще вижу сундук. Темно. О! Мне дали какое-то испытание. Чем выполнил. Еще тут Минотавр, который умер. Так, это все сюда, 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 сюда. Кстати, еще одна палка ифритов тут есть. Так, тут ничего нет, я понял, я слышу, тут кто-то есть. О, факела. А, я тут не был, значит. Наконец факела. Че так собирается? Медленно, ай, Минотавр пришел. Ушел отсюда. Ахаха, ахаха. Я пошутил. Так. Осуждаю. Я думаю, что с Вартманом дело, потому что... Ну, конкретно так раздражает. Мне прийти вынести его или что? Ну да, у него всего лишь хп чуть больше, чем у Энтердракона. Всего лишь? Да, там... Тут два Эндермена заспавнилось, лол. А, меня сейчас убьют, походу. Да, все, я умер. Ладно, ну, в принципе, я там плюс-минус, что хотел, то забыл. Короче, у Вардена в 2,5 раза больше хп, чем у Эндер Дракона. Так, слушай. Я предлагаю туда пойти. Покажи. А, стой, подожди. Ой, а я их видел. Пошли, где он? Да, еще бы желательно факела сделать. У нас есть. А, у нас есть. У меня 33 есть сейчас с собой. Показывай, где он. А, ты пыхнулся? Да. На shift вставай. Ой-ой-ой, я там. Я видел, как все про. Я под землей! Я сквозь бедрок падаю. А во. А, на shift, потому что эти активируются. Ага. А их сломать можно? Варден слышит. Да, можно. Ой, тут алмазы, тут 3 алмаза. А тут особо ничего нет. Так, я осуждаю. А это именно в Майнкрафте, да, сейчас такое сделали? Да, это не модовое. Да. Я ничего не вижу. Да, потому что он эффект. Меня спалили, короче. ББ. А где он? Я предлагаю с ним сразиться один на один. Ну, вперед. Я его слышу, походу. Да, и его тоже слышу. А, у меня, походу, пошел выносить. Ну, мне без разницы. Я тут зато залутался. А, да, он реально ко мне идет. Он у меня, короче. Меня раздражает. Ух. У меня... Что, у меня 2,5 хп осталось? Я скажу больше, вы можете вынести одного удара. А, он меня звуком добил. Да. Окей.
Да, что ты на шифте сидишь? Я слышу, как он возродился. Зато сундук вижу. А у меня зелье это... Я же призрак. Это не норма. Компас. Не помню, здесь можно ли как-то избавиться от эффектов? Не знаю. Ну, я его нашел. А? Зачем? А затем, что я в него попал. Я из лука в него стреляю. Подожди, он что, возрождается или что? Да, да. А как его убивать тогда? Мне 3 хп снес. Ой, сейчас меня убьет. Но я попал несколько раз в него из лука, да, все, я его вообще даже не видел. Что за кринж? Что это за кринжа? Кринжа навалил. Не понял. Так, где он там? Я его сейчас вычислю по IP. А скорее он тебя вычислит сейчас по IP. А, ну да. А просто пароль 111 не надо ставить. Тогда он не вычислит. Где он? О, я наверх забрался. Кстати, это хорошая позиция. А, ну естественно я его... Да, только он стрелять умеет. Да, как-то всем интересно. Вот честно. О, я спавнер нашел. Который я сейчас сломаю. А! Крупка с монстрами. Кстати, я зря сделал. Меня сейчас убьют, короче, ничего. А я тебя видел. Это не норма. Я слышу. Ой, я его сейчас призвал. Вообще наплевать. Мне надоели эти эффекты. Тьма вот эта. О, все, пропал эффект. Не беги за мной. А я побежал. Пусть он бежит за тобой. Не понял. Я хочу накопать. А, он за мной реально идет. Он вот для меня возродился. Так, самый главный вопрос, как его убить? Честно, вот понятия не имею. Надо смотреть этот... Ой, ё, он прямо возле меня возродился. Соболезно. Так, сейчас тьма пропадет опять. То ничего не видно. Ой, господи, я ничего не вижу абсолютно. За свет платим. Да, ладно, иди в жопу. Ничего не видно. Ой, ё. Я цех тут двое. Да их тут несколько, да. А мне наплевать, знаешь, я просто сундук лутаю и все. Нет, я его слышу. А, вот он. А, их тут. Я сейчас лутаю, у меня не. А, их тут очень много. А ты я наспавнил. Понял. Не, подожди, я думал на один. Не-не, я их мог бы сколько угодно, по идее. А в чем смысл? А, смысла нет. Я заметил. Я лучше пока вещи сложу в этот в терминал. Осуждаю. Так. Ай. Он просто вплотную плюнул звуком. Это скилл. Осуждаю. Нет, поддерживаю. Вообще-то. Тем временем у нас 158 железа. Всем интересно, всем интересно. Не понял. Так, и чё, я так по нему пока что не пойду? Надо выяснить, как его убивать, потому что я вообще... А тут не... скелеты на... На коне. Ферме? А, я думал, на ферме. Кстати, что там тут с фермой? Конь боком бегает. А, ну, шизофрения называется, одним словом. Так. Так, чё у нас с фермой? Ну, ферма у нас вроде как еще живет. Что не может не радовать. Ты, кстати, больше ничего не делал, пока я тут пытался зайти к тебе.
Да не то чтобы. Нет, вообще в призрачной форме бегаю сейчас. Так, а что нам вообще следующее надо? Нам надо бы добыть Улдемоти. Хотя... Тебе зачем, да? Он нам все равно нужен будет, но... Нет, это просто, в принципе, есть чем в Твайлайте заняться. У меня еще боссы есть. Ну, блин, нам его столько надо. Нам надо раз, два, три. Нам прям пять. Очень много, да, надо? 10 Улдемоти, 5 руда надо еще найти где-то. А он на английском, да, называется? All the Modium руда называется. The Mod... Не, я знаю, как его можно добыть. Точнее, как его можно найти. Подожди, легко и all просто. The Modium Ingot? Да. Ага. Ага, понял. Ну, я не знаю, короче. Я знаю, как его можно легко добыть. Каким же образом? И при этом не сражаясь с варгами. А, тотальным уничтожением всего. В каком смысле? Ну, сейчас я сделаю эту штуку. И пойдем тестить. А, мне нужно эндер-жемчуг. Две штуки. Подожди. А, у нас его нет? Подожди, а жемчуг это который сделанный для этого, для края, который? Нет, это или который еще не сделан. То есть нам эндеров надо идти искать. Ну пошли. Не, я, кстати, видел Twilight, но я их, по-моему, то ли убил, то ли нет, чуть не помню. Ладно, ну погнали искать тогда что. Здесь где-нибудь эндер? Да, нам нужны эндер. Конкретно нам нужно два эндерперла. А, все понял, эндерперл, да, жемчуг. Почему-то путаю. Там же око эндер, а это жемчуг. Да. Да, нам нужен жемчуг. Ну ладно, окей. Ну да, я не удивлюсь, если мы их сейчас не встретим. Я вижу ламу торговца. Из серии... Это норма. Очень интересно. А! Тут недалеко от нашего дома был сундук излутанный. Yes, и опять броню сломали. Опять придется это... Ой, не опять, а придется это... Короче, с Твайлайта проще взять броню. Я там я очень много надобывал. Какое-то дерево. Цветущее арчиводское древо. А, у меня добыча 5 уровня есть. То есть тебе лучше убивать, да? Да, я просто убил сейчас курицу, не понял, почему мне выпало 5 курицы. 5 мяса курицы. Осуждаю, мне еще арбалет выпал. Так, ладно, я прошел. Я нашел поле, в котором просто куча цветов. Вот просто все в цветах. Да. Я сейчас туда отправлюсь. А, не, это не поле. Такое небольшое только, если... Видишь, там лес. А, как бы найти эндерменов? Это другой вопрос. Отправиться в эндермир. А ты в курсе, чтобы отправиться в эндермир, нам как раз-таки нужен эндерпёр? Всем интересно. Так, ну в лесу, я думаю, их смысла нет искать. На самом деле, знаешь, что самое забавное? Я не помню, что я видел хоть одного эндермена. Не, я вот сейчас даже встречал их в этом, в Твайлайте. Там притом два было сразу одновременно. Заспавнилось. Меня там грохнули. Куча мобов напало. Ну да, они тут они супер редкие. Это не может не расстраивать. А вот ты скажешь, не может ни разу такую кого. Да. Ну, вообще-то это не может не радовать. Мы не пройдем эту сборку. Не понял. Осуждаю. Так, а где их искать? Да реально их нет просто вообще, в принципе. Я типа вообще понятия не имею, где они могут быть. Я нашел босса. Ну, мини-босса. Но не эндермена, да? Да. Это скелет. Даже, вот, кстати, перлов, по-моему, даже в сундуке не было. Ну да, если у нас их вообще нет, то и в сундуке не было. Ой, ну в этом, не в сундуке, в этом, понял, в терминале. Вот, ладно, пока что я займусь немного нить.